Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Надоела обычная яичница, сейчас мы приготовим яичницу в соусе томатном. Такой вкусной вы не пробовали. Яичница с лучком, с курицей в томатном соусе, которая даже не жарится, а варится. Это просто идеально, бесподобно. Попробуйте по этому рецепту и вы не пожалеете. Давайте начнем. Итак, что нам понадобится для этого рецепта? Нам понадобится 4 яйца, лучок один, соевый соус, кетчуп Хайнц, соль, перец, масло растительное. Далее я возьму, посмотрите, это филе. Филе я обобрал с голени, например, можно с бедра. Неважно, мне нравится курочкой, мне нравится вот прямо именно жирком резать, жарить. Тут роли не играет. Мясо вы можете взять, сосиску, колбасу, все что угодно мясное. Далее, посмотрите, что мы сейчас делаем. Мы нарезаем лук. Вот такими вот перышками. Мы нарезали наш лучок. Далее мы режем наше филе. Филе режем тоже такими вот брусочками. Филе у нас готовится очень быстро. Начнем. Посмотрите, поставили мы нашу сковородочку, налили туда растительного масла. Далее добавляем наше филе и наш лучок. И обжариваем практически до готовности. И жарим практически до готовности, чтобы не горело, а все именно жарилось. Чуть-чуть потом убавим. Минут 5, думаю, будет и достаточно. Итак, смотрите, курицу мы с лучком обжариваем. Она уже готова. Даем смесь перцев сюда. И слегка добавляем соли. Далее, посмотрите, добавляем соевый соус сюда. Кетчуп Хайнц. Вот так достаточно. И добавляем кипяченую воду. Чтобы получился как такой бульончик. Все это как следует перемешиваем. Еще раз пробуем на соль, на перец. Все просто восхитительно. И посмотрите, что мы делаем дальше. Пускай в соусе это еще наш лук, наша курица потомится в соусе еще минутку. Смысл этой яичницы, я ее называю яичница с овощами. Смысл этой яичницы с луком, с курицей в том, что лук, курица у нас тушится в соусе. Именно в этот момент, в этот соус мы сейчас будем добавлять наши яйца. Сейчас я вам покажу. Посмотрите, мы вводим наши яйца именно в соус. Сразу убавляем. И наши яйца будут не жариться, а как больше вариться, томиться. Все, накрываем это крышкой и пусть это все томится еще минутки 3. Итак, открываем. Наша яичница с лучком, с курицей в томатном соусе готова. Смысл этой яичницы в том, что она подается жидким, с таким не жидким, а густым соусом. Можем макать хлеб, есть это все вместе с соусом. Это просто будет бесподобно. Можно подавать к столу. Итак, пробуем нашу бесподобную яичницу. Мы, смотрите, она у нас получилась с соусом. Пробуем соус вместе с куриным филе. И все, посмотрите, у меня еще такой жидковатый желток. Получился это супер прям. Пробуем. В соус можно макать хлеб.
Неважно, курица это у вас сосиски будут или колбаса, все будет так же вкусно, я проверял на всем. Это реально проверенный рецепт за много лет. Попробуйте по этому рецепту, и вы не пожалеете. Это просто обалденная яичница с соусом, с луком и с курицей. Итак, на сегодня все. Всем, кому понравилось, как всегда, подписываемся, ставим лайки. Всем пока. Также подписываемся на мой инстаграм, ссылочка будет в описании.